2005 году бывшая 58-я сельская ПТУ была передана техникуму в качестве филиала. После передачи у нас в качестве филиала, что у нас получилось, мы на той территории, которая относилась к филиалу, мы собственными силами построили там автодром. Необходимость автодрома, она нам нужна. Вот на сегодняшний день у нас обучается 270 человек, студенты, которые в рамках своей специальности должны получить профессию водитель категории С на бюджетной основе. Это мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей и защита чрезвычайных ситуаций. Поэтому автодром нам крайне необходим. И для того, чтобы можно было обслуживать транспорт, который у нас есть, те гаражи, которые там находятся, у нас три автобуса в этих гаражах, трактора, у нас там открыты кабинеты теоретического обучения, поэтому нам крайне необходимы это имущество, которое Министерство образования дало согласие Комитету по управлению имуществом Саратовской области, согласие на то, чтобы передали нам.